Меня зовут Сита. Я потратила половину своей жизни, пытаясь найти самого грешного человека на Земле. Если религиозные догмы верны, и человека действительно ждет наказание за земные грехи, то после погребения грешник должен быть подвергнут истязаниям, известным как могильные муки. И я хочу увидеть это своими глазами. Надо похоронить его тут, рядом. Тот грешник получил свое наказание в могиле, значит, и этот человек тоже помучается. Кто он? Самый жестокий из тех, кого я знала. Ты ставишь под сомнение нашу религию? А если это окажется правдой? Как вы смеете сомневаться, безбожники? Не лезьте в то, в чем не разбираетесь! Сита, это безумие. Люди должны перестать верить в эти бредни. Им это не понравится. Судный день. Мы не знаем, когда он настанет. Но мучения могут начаться уже завтра, а может... даже сегодня. Астрал. Ночь в могиле. С 6 июня. Только в кино.